Начать праздновать День города и День России активно и весело можно будет с утра. В 10 часов на площади Ленина начнется детский костюмированный велопарад. Также малышей ждут шоу мыльных пузырей, шоу на мотоциклах и ростовые куклы. Старшее поколение тоже сможет принять участие в костюмированном велопараде. Начнется он в 12:30. Участник в самом необычном костюме получает приз. Кто далек от спорта, не переживайте, для вас подготовили музыкальную программу. В 11 утра там же на площади выступит военно-духовой оркестр 94-й ордена Жукова, ордена Красной Звезды дивизии войск Нацгвардии, а в час дня московская духовая кавер-группа. В новой части города празднование начнется во второй половине дня. В 15 часов на проспекте Музрукова пройдут городские соревнования по автозвуку и автотюнингу, а также выставка авто- и мототехники. На стадионе КАР в это же время ждут всех любителей баскетбола, волейбола, мини-футбола, тенниса, шашек и других видов спорта. По традиции, в этот день можно будет сдать нормативы ГТО, стать участником благотворительного проекта «Город единства непохожих». В этом году для саровчан подготовили и сюрприз. В подтрибунных помещениях ИКАРа откроется фан-зона чемпионата мира по футболу. А уже в 16 часов в парке Зернова начнут работать игровые и творческие площадки «Мастер-классы». Здесь саровчан ждет презентация проекта, уличный вернисаж, времена года, а также увлекательный квест. Завершится праздник в 19 часов пенной дискотекой.